В июне текущего года в Санкт-Петербурге в рамках 10-го Всероссийского фестиваля дошкольного образования состоялся конкурс «Лучшая дошкольная образовательная организация 2024», где лучшим был признан детский сад города Каспийска номер 37 «Золотой ключик», открывшийся в муниципалитете всего 2 года назад. Он достойно показал себя и продемонстрировал всю работу организации. Фестиваль проходил на очень высоком уровне. Были представители профессионального сообщества, органов управления образования, да, корифеи, можно так сказать, дошкольного образования. В программу фестиваля входили выездные рабочие сессии по детским садам города Санкт-Петербурга, также конференции, которые прошли в формате пленарных заседаний, круглых столов, мастер-классов и малых пленумов. Программа, конечно же, поразила своей интенсивностью и глубиной обсуждаемых тем. На фестивале за весомый вклад в развитие дошкольного образования детскому саду был вручен знак отличия и диплом с подписью председателя экспертного совета конкурса, главного редактора общественно-информационного журнала «Школа года», председателя общественного профессионального объединения «Невская образовательная ассамблея» Оксаны Румлянской. Конечно же, эмоции радости, воодушевления, потом уже предвкушение, что мы поедем в Санкт-Петербург, да, на этот фестиваль, и эмоции радости. Отметим, что данный фестиваль проводился в целях выявления и трансляции лучших моделей дошкольного образования, повышения эффективности деятельности организации и привлечения к системе дошкольного образования внимания общественности и родителей. Заведующая детским садом номер 37 Муслима Атнуховна рассказала об основных задачах, которые были озвучены в рамках программы фестиваля для дальнейшей реализации на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения. Это повышение уровня профессиональной квалификации наших педагогов, также внедрение инновационных проектов, технологий в процесс образования, да, традиционные инновационные подходы к взаимодействию с родителями и моделирование среды современной дошкольной организации. Вот эти вот задачи у нас стоят в приоритете. На сегодняшний день дошкольное образовательное учреждение не намерено останавливаться на достигнутом, а готовится и дальше покорять новые вершины и изучать новые возможности для обучения и развития детей.